Mitsubishi Outlander 18 год, двигатель 2.0, 148 лошадей, замена салонного фильтра. Салонный фильтр находится за перчаточным ящиком. Открываем его. Первым делом страгиваем эти защелки по бокам. Это значительные защелки. Вот, стоит пальцем нажать. Вот, вот такие вот эти защелки, они входят вот. Вот те вот щелочки. Теперь сбоку, ближе к водителю. Здесь вот такая тяга. Снимаем ее. Вот, вот эту тягу. Снимаем вот с этого штыря. Так, вот он фильтр. Фильтр закрыт крышкой. С этой стороны палец просовываем. Вот петля она. Вот, вот такая петелька. Сейчас сниму, покажу. Вот ее отщелкиваем. Крышку снимаем. Вот, с одной стороны отщелкнули, вот такая петля. То есть движение вот такое вот. Вот так вот палец протягиваете туда и вот за эту край. Чуть-чуть прям, и он соскакивает. Все, крышку сняли. Вот наш фильтр. Как положено, грязь висит. Крышечку сняли. Я обычно вот так пинцетиком беру. И его аккуратно вынимаю. Сейчас покажу, что творится. Вот. Вот это наш салонный фильтр. Вот столько в нем грязи. Просто жуть. Вот такой фильтр стоял. Q2141 немецкий. Так, здесь стрелочкой помечено направление пола. Вот воздух дует сверху вниз. Так, берем наш новенький фильтр. Рекламировать не буду. Берем наш новый фильтр. Место для установки фильтра я пропылесосил внутри, потому что там тоже грязи хватало. Вот, тут один в один. Стрелочки стоят. Вот как стоят стрелочки. На место вставляем. Все. Фильтр установлен. Берем крышечку. Тоже пропылесосено, почищено. Сначала со стороны водителя защелкиваем ее. А потом со стороны пассажира. Вот и все. Фильтр установлен. Теперь в обратном порядке цепляем доводчик вот этот вот, как ограничитель. Вот. И закрываем ящик. Все, фильтр установлен. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго, спасибо за внимание.